Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы обратимся с вами сейчас к 16 главе книги пророка Иеремии. Здесь сразу несколько таких пророческих притч и образов – предлагает нам книга Иеремии. И 16 глава вся выстроена как такой диалог между Иеремией и Богом. Отчасти она в этом похожа на предыдущую 15 главу, но вместе с тем и жанры и содержание отличаются достаточно заметно. В начале Господь говорит о Иеремии, Иеремия свидетельствует об этом. «Было ко мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей, потому что о тех, которые родятся, и о тех, которые родят, э, остается только плакать, потому что они умрут тяжкими смертями». Значит, вот тоже очень, кстати говоря, знакомый по нынешнему времени мотив. Господь говорит: не бери жены, не рожай детей, потому что участь их будет плачевна. Тяжкими смертями умрут они, будут навозом на поверхности земли. Лучше их не рожать. На самом деле, вот у того, что это именно Бог говорит Иеремии, есть масса чрезвычайно важных следствий, касающихся э, разной там религиозной антропологии. Но, конечно, не ради этого говорит этот э, текст-пророк, а ради того, чтобы окружающие увидели и встревожились, чтобы окружающие спрашивали, а почему ты не женишься и где твои дети? А Иеремия отвечает им, Бог сказал мне, что не нужно рожать детей, потому что их участь будет ужасна. И снова, потому что Израиль предал завет и поэтому грядет народ северный на разрушение и погибель, и трупы их будут пищей птицам небесным. И еще Господь говорит Иеремии, не входи в дом сетующих, не ходи плакать и жалеть с ними, ибо я отнял от этого народа мой мир и милость и сожаление. Сердце Бога переполнилось гневом. Он отнял от этого народа Мир, милость и сожаление. Поэтому он предлагает Иеремии не, и сетование, и печаль, и э, траур не разделять со своим народом, потому что все это сетование чуждо Богу, чуждо Богу, он его не разделяет, а Иеремия призван быть свидетелем именно Бога. И не будут преломлять для них хлеб в печали и не подадут им чашу утешения. И Господь говорит: вот я прекращу на этом месте голос радости и голос веселья. Нечего радоваться, нечего вообще. Переживать не радость, не горе. Не ходи в дом сетующих, не ходи плакать и не ходи радоваться. Потому что я, говорит Господь, прекращу голос радости. По-видимому, Ириме приходилось много-много раз говорить об этом и не доходило. Скорее всего, его современники не готовы были услышать вот такое вот слово, что Бог может отринуть народ свой. Когда ты перескажешь все эти слова народу всему, говорит Господь, они тебя начнут спрашивать, за что изрек на нас Господь все это великое бедствие. И вот Господь отвечает, за что Он изрек это великое бедствие. Отцы ваши оставили меня, пошли вслед иным богам, и законом мы его не хранили. Таким образом, речь идет о предательстве в виде поклонения языческим богам и предательстве в виде неисполнения закона. Потому что Бог есть, Бог ⁇ ревнитель. И если ты действительно слушаешься единственного живого, настоящего Бога и пребываешь в завете с Ним, тогда поклонение чему угодно другому ради любых выгод, каких угодно экономических, политических, личных корыстных, да, это полное безумие. Если же ты не считаешь это безумием, значит ты не веришь в единого Бога. Вот на самом деле какова логика вот этой ненависти Бога к язычеству. Потому что если человек в реальности, то он может почитать и поклоняться только настоящего Бога, живого Бога, который дает совершенно определенный закон жизни. Если же ты этого не делаешь, ты выпадаешь из реальности, и значит, выпадаешь из жизни. Отцы ваши оставили меня, и законы моего не хранили. А вы, говорит Господь, поступаете еще хуже, и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня. Снова вот это выражение, вероятно, пророк много раз употреблял ее, его в своих проповедях, говоря народу, вы живете по упорству злого сердца своего, чтобы не слушаться Бога, вы упорно не слушаете, что вам велит Бог, что предписывает закон, по упорству злого сердца своего. И тогда других вариантов, кроме отвержения, просто не остается за это. Выброшу вас из земли сей в землю, которую не знали ни вы, ни отцы ваши. Я не окажу вам милосердия. Ну и, конечно, тоже современный читатель прям уши скручиваются в трубочку от ужаса, когда, когда вот читаешь эти слова, ибо я не окажу вам милосердия. Почему-то мы решили, что Бог должен быть всегда готов помиловать нас за любую подлость, предательство и негодяйство. Вот даже если на уровне... Соборного разума церковного, идея всеобщего оправдания, катастасиса, и была отвергнута. Но, в общем, она, конечно, завладела умами. Я не буду рассуждать здесь, что правильно, что неправильно. Важно, что мы не готовы к тому, чтобы Бог чтобы у Бога могло лопнуть терпение. Ну, вроде как он долготерпеливый. А здесь Господь говорит, нет, я не окажу вам милосердия. Я устал миловать, как было сказано в одной из предыдущих глав. У других пророков позже мы увидим вот еще какую дополняющую эту мысль, что у Бога на самом деле есть задача есть замысел, есть цель, ради которого существует Израиль. И если Израиль от этой цели уклоняется, и если народ Божий перестает этой цели служить, оно становится все бессмысленным. Поэтому, может быть, и этим и определяется предел того, что именно Бог долготерпеливо терпит и в какой момент он устает миловать. Но еще раз повторю, что это все, конечно, до некоторой степени богословские выверты. А по большому счету, по большому счету, каждый из нас знает, как уровень зла зашкаливает, и ты просто не можешь больше терпеть и когда сердце Божье разрывается на кресте. Но при всем том, снова Иеремия говорит о том, что этим все не ограничится. Бог не просто перестанет миловать, уничтожит и все. Но вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить, что жив Бог – выведший тебя из земли египетской. Теперь будут говорить «Жив Бог, который вывел сынов Израилевых из земли северной, потому что я возвращу их в землю их». Еще плен не начался, еще не угнан Израиль в вавилонское пленение, но Бог уже говорит о том, что в его замысле возвращение – возвращение в землю отцов. Господь говорит о том, что неправда и грех израильтян будут наказаны. Воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех, потому что осквернили землю мою трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господь говорит о том, что м, вот я пойму, по, пошлю множество охотников и рыболовов, и м, их всех поймают, этих грешников, и всех поймают. Они не уклонятся, они не скроются. Зло будет наказано. несколько глав назад Иеремия с глубокой скорбью говорил Богу, почему путь нечестивых благоуспешен и вероломные благоденствуют. Вот здесь Господь говорит о том, что нет, они их поймают, они не останутся безнаказанными. И снова Иеремия славит Бога за то, что к нему могут прийти все народы. И они придут, и наступят такие дни, когда, Господи, прибежище мое в день скорби, к Тебе придут народы и скажут, что мы, что только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы. Ну невозможно не удивиться тому, как не соответствует, я бы сказал, парадигмы того времени, и пророка Иеремии, и позднейших времен. Потому что Иеремия говорит о том, что все народы придут к единственному подлинному настоящему живому Богу и признают, что все, что мы там наследовали, вся вот эта наша великая культура или не великая, но культура, вот все то, что лежит в основе идеологии мультикультурализма, на самом деле, да, вот она у нас есть, и, и она самобытная, и этим цена. Это наша культура, и мы за нее будем держаться и хвалиться. Нечем хвалиться. Ты посмотри, во что ты на основе своей культуры жизнь свою превратил. Понимаете, только ложь наследовали наши отцы. Признать, что правду ты можешь только получить от Бога в непосредственном общении с Ним напрямую, когда ты к Нему придешь, не как наследие отцов что передано там тысячелетней историей со времен царей Горохов. Только напрямую, в непосредственном поклонении Богу ты можешь узнать правду. От отцов наследовали только ложь, пустоту, то, в чем нет никакой пользы. Идолов. Вот э, это такой очень Непростой момент, насколько э, эксклюзивной является эта э, установка для пророка Иеремии, насколько э, действительно во всех случаях э, дело обстоит, дело с э, язычным обстоит именно так. Но вот, э, по крайней мере, э, Пророк обязывает своего читателя думать над этим и критически относиться к любому наследию. Критически к нему относиться, потому что ценность его не в том, что оно наследие, а в том, есть ли в этом непосредственное и прямое прославление Бога единого.